the things you have to consider if you want to write this offer yourself. So if you today, tomorrow, you start a company and you say, I will do this now. 27 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла публичная лекция профессора из Имперского колледжа Лондона Адрианы Полужни. Лекция стала завершением программы научных слушаний об исследованиях в области возникновения трещин-коллекторов. Сейчас нефть добывается из трещин, то есть если у нас пласт низкопроницаемый и в нем нет, так сказать, пустот, то нефти неоткуда, так сказать, добываться, и поэтому создание трещин является одной из важных задач при разработке месторождений. И одна из известных технологий гидроразрыв пласта как раз базируется на образовании этих трещин. Помимо исследований о возникновении трещин, Адриана рассказала о работе различных геомеханических моделей в процессе моделирования, а также о том, какие усилия прикладывают специалисты нефтегазового сектора, чтобы уменьшить образование трещин в конструкции, которые все же появляются, несмотря на усилия специалистов. По ее словам, такая проблема очень актуальна в научном сообществе. Yeah, so my name is Adriana Palusny and I am a senior lecturer at Imperial College London. I arrived a couple of days ago to Kazan. It has been a very beautiful stay. Everybody has been very kind to me and the food is excellent. I am very impressed with all the installations here at the university and with the dedication of the students. Yeah, so I was giving an introduction to fractured reservoirs, and that essentially comprised of understanding how single fractures work in the subsurface and how they conduct flow, and also in understanding how then groups of fractures behave, how they form, and how they conduct flow. Курс обмена лекций между Казанским федеральным университетом и Имперским колледжем Лондона был реализован благодаря поддержке ПАО НК «Роснефть» и PB Exploration Operating Company Limited. Ну, с 2019 года у нас реализуется совместная программа двойных дипломов с Имперским колледжем Лондона. Эта программа у нас запустилась благодаря нашим партнерам, компании «Роснефть» и BP. И так получилось то, что даже в то время, когда наши студенты обучаются в Казани, сюда к нам приезжают ведущие специалисты Империала. Казанский федеральный университет уже давно работает с компанией PB. Вначале это были отдельные встречи, затем гранты на проведение исследований от компании. А год назад, благодаря трудам и усилиям сотрудников Института геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет стал базовым университетом компании «Роснефть». Лев Диденко, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.